Учеба как отдых и отдых как учеба. Сегодня дети сами могут придумать, как будет выглядеть их школа внутри и снаружи, по-настоящему создать школу своей мечты. В этом процессе также активно участвуют родители и педагоги. Их предложения на днях заслушали в 10-й школе города Чебоксары. Как она преобразится после капитального ремонта, в нашем репортаже. Кто-то рисует, кто-то находит референсы на просторах интернета. Так или иначе, показать, каким хочет видеть свой дом знаний, может каждый ученик. На встрече с министром образования и молодежной политики Чувашии школьники делились своим видением библиотек, коридоров и кабинетов. Представленное пространство школьной столовой и школьной кафе я абсолютно поддерживаю того начинания, которое исходит именно от вас, о том, чтобы это было действительно место притяжения, кроме непосредственного, скажем так, употребления пищи, здесь необходимо встречаться, общаться, проводить какие-то мастер-классы. 10-я школа Чебоксар носит имя нашего выдающегося земляка, летчика-космонавта Андрияна Николаева. Поэтому большинство учеников, родителей и учителей хотят видеть отражение космической темы в дизайне и не только. Между школой и музеем космонавтики в Шоршилах заключили договор о сотрудничестве. Теперь на базе учебного заведения появится полноценный филиал музея, где ученики смогут ближе познакомиться с профессией космонавта и узнать об их жизни в неизведанных просторах. Это дает возможность нам расширить свою работу. Это дает возможность сюда привлечь больше людей. Вот даже ближайшие садики, которые не могут нам приехать, они приедут сюда. Мы с ними будем работать здесь. Да и в целом школа кардинально преобразится в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Здесь отремонтируют стены, потолки и пол. Заменят окна, инженерные коммуникации и фасад. Проект этот у нас встает, капитальный ремонт, на 92 миллиона 140 тысяч рублей. В ходе этого проекта, в ходе этой суммы мы сумеем отремонтировать наконец-то свою крышу, которая не очень презентабельно смотрится, особенно с президентского бульвара, когда едут. Школа преобразится, все наши старые трещины уйдут, появятся яркие рекреации. Ремонт школы начнут в апреле 2023 года. Уже к 1 сентября следующего учебного года для учеников откроются новые двери и кабинеты, где будет комфортно учиться и отдыхать. Татьяна Трофимова, Анна Центовская, Вадим Владимиров, Республика.